Еще до рассвета мы вышли в сторону пляжа. Дети хотели увидеть, как встает солнце над Атлантическим океаном. Эта идея захватила и меня тоже. Местами мы шли в полной темноте, это было достаточно пугающе. Я подпрыгивала от каждого шороха, чем очень бесило детей. Когда мы дошли до берега, солнце только-только начало пробиваться из-за горизонта сквозь облака. По песку вдоль кромки океана, ворчливо пыхтя мотором, курсировала машина для уборки мусора. Ветер и песок оказались холодными. Я расположилась с красками на пустующем шезлонге. В это время они все были свободны. Ветер на берегу оказался неожиданно сильным. Стало очевидным, что при выходе на пленэр акварельные листы в любом случае необходимо плотно фиксировать на планшете. Альбом все время пытался улететь из моих рук. Акварель покрылась песком, и я даже немного замерзла. Но рассвет – это всегда волшебство, он стоит того, чтобы его встречать. Такое чувство, будто ты опередил время. И особое чудо в том, что в рисунке ты можешь ухватить этот миг и сохранить. На бумаге остается не только акварель, но и настроение, ощущения, которые ты испытывал в этот момент. А еще мы встретили вот такого товарища. Глаз на бок.